У нас так устроен мозг, что если мы этой информацией не воспользовались в течение некоторого времени, то он у нас ее убирает в долгий ящик, потому как для нашего тела, для нашего аватара, для нашего мозга нужна информация только здесь и сейчас. Вот, и к вам она тоже, когда вы это осознаете, к вам она также будет приходить, как и ко мне. То есть она приходит, она проходит через меня, во мне она не остается. И поэтому каждый раз я могу одно и то же говорить абсолютно по-разному. Мы как бы живем вообще в библиотеке, если так образно говорить. И нам просто нужно знать, где какая информация стоит на какой полке, чтобы подойти ее и взять. Вся информация есть вокруг нас. Нам не нужно дополнительно что-то изучать. Нам нужно просто изучить себя, познать себя. И ну, вот это вот слово такое заезженное, но я все-таки, наверное, его употреблю, пробудиться. И когда вы пробуждаетесь, когда вы видите то, что вокруг вас происходит, когда вы понимаете, что вся информация, которая вам нужна на данный момент, она будет приходить к вам именно тогда, когда она вам нужна. Но вы не будете ее помнить просто для того, чтобы помнить.